Отлично. Так, потихоньку собираемся, приступаем. Сегодня наша тема – это как написать бизнес-план бизнесу. Так, я тут догадываюсь, что это знакомые лица наши. Настя. Это та Настя, о которой я думал, или другая Настя? Настя, мы знакомы? А, зачем же вам, Настя, бизнес-план? Вы у нас более продвинутая? Давайте пока потихоньку знакомиться. Тут есть участники. Напишите, пожалуйста, чтобы я понимал, как вам информацию давать по бизнес-плану. Сколько вам лет? Какой у вас возраст? Надеюсь, меня хорошо слышно. Пишем в чатике ваш возраст. Алексей 21. Отлично, молодые ребята. 20. 18. 22. Ага. Все студенческий или постстуденческий возраст. Хорошо. 38. У ZX, 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 ZX. И 28. Ага, есть и взрослые, ребят. Отлично. Значит, думают о бизнесе не только начинающие. Так, выключаем звуки на мобильных, чтобы не отвлекаться. Хорошо, а с каких вы городов? Алексей написал очень много полезной информации, так что только началось. Да, мы его только начинаем. С каких вы городов? Челябинск, Киев, боже, как нас раскидывает. Вологда, Челяба, Украина, Россия, короче, Пермь, Санкт-Петербург. Ну да, Настя, если вы из Питера, я помню. Для тех, кто не знает, Настя просто моя ученица в двухмесячном курсе по построению бизнеса. Поэтому мы с ней сейчас плотно общаемся. Просто не вижу фамилию, поэтому Насти может быть много. Так, отлично. Вот за что я люблю интернет, что вот мы можем вот так общаться с разными городами. Вначале я пробовал как-то через скайп делать, но он большую нагрузку не удерживает. Здесь можно уже общаться, вот был у меня когда 100 человек. Мы по всем общаемся. Просто тема бизнес-плана, она не такая обширная, не такая важная. Деньги заработать можно и без бизнес-плана. Мне просто в последнее время написали очень много людей на почту, с просьбой там запись предоставить и так далее. Чтобы я рассказал, как я писал бизнес-план, когда начинал. И для того, чтобы не просто так не сидеть и не писать, я решил, проведу-ка я каст, расскажу, кому надо послушать онлайн и задать вопрос, остальные получат свою запись, которые так хотят. Ну, это отлично. Скажите, пожалуйста, если кто здесь... Кто не знает, кто я такой, поставите плюсики. Чтобы я понимал, представляться или не представляться. Ага. Есть люди. Я не зря подготовил свою фотографию. Меня зовут Игорь Граф. Мне сейчас 24 года. Я еще молод, полон сил. Бизнесом занимаюсь 17 лет. 20 у меня был первый основной бизнес, такой крупный, с большими инвестициями. И вот с тех пор я занимаюсь не онлайн-бизнесами, у меня в основном все бизнесы, они живые, настоящие. Тогда у меня три проекта, это видеостудия, это магазин домашних животных, дорогих, элитных. Этот проект, на данный момент, чтобы понимали, о каких доходах может быть и речь, мои, оборот моих трех бизнесов за год составляет 720 тысяч долларов. И я вот хочу в этом году, в 2013, превысить планку в миллион долларов. Для меня это глобальная цель такая, как самоутвердиться, наконец-то. Поэтому. И вот то, что вы сейчас присутствуете, это часть моей программы одного из бизнесов «Жизнь без начальника».
сайта игрегав.ком, я начал заниматься обучением людей. Почему я начал это делать, на самом деле? В тот момент, когда я открыл свой самый первый крупный бизнес в 20 лет, мне сразу же повалило куча знакомых. Знакомых. Друзей и так далее. С просьбой рассказать, как открывается бизнес. И я без проблем вообще всем рассказывал. Абсолютно несложно, говорю, это делать так-то. И мне безумно нравится помогать. Я столько удовольствия получаю от того, как, ну, делясь информацией, что я решил запустить этот проект. Но я немножко отличаюсь от того, что делают другие. Я не учу вас зарабатывать деньги. Вот Настя немножко это знает. В том формате, когда деньги ради денег. Настя, согласна со мной? Да. Деньги ради денег не делают человека несчастливым, не абсолютно не лишают ваших проблем, с которыми вы столкнетесь. Ну, в жизни сталкиваетесь. Это... Я знаю очень много богатых несчастливых и бедных счастливых. Соответственно, то, что гарантирует, что деньги абсолютно не влияют на ваш уровень счастья. Если ваши деньги лишают базовые потребности, то хорошо. Так, но деньги зарабатывать надо, и надо уметь это делать. Напишите мне, пожалуйста, почему вас заинтересовала тема бизнес-плана. Зачем вам уметь писать бизнес-план? Чтобы я понимал, что говорить об этом. Чтобы грамотно спланировать и начать свое дело. А, классно. Вот это очень хорошо, Алексей. Первый раз мне кто-то отвечает на эту тему достойно. Удачный старт. Интересная информация никогда не бывает лишней. Хорошо. Спасибо, да. Я свой первый бизнес-план писал тоже для себя. Чтобы знать, что зачем делать. Последовательность действий не сильно относится к бизнес-плану, это немножко другая штука, которую я применяю очень сильно. Я вам скажу пару фишек сегодня классных, которые, ну, я даже допер самостоятельно, потому что не писалось. Но оно очень, очень классно мне помогло. Когда я писал свой первый бизнес-план, мне было 19 лет, то есть я был студентом. До этого мой первый бизнес до 20 лет был сетевым бизнесом, ну, особо бизнесом его не назовешь, но как минимум научил работать на себя. Вот. И у меня был первый провал с сетевым бизнесом, после того, как я 2 года отработал, особо больших денег не занял. Кто вообще сталкивался с сетевыми компаниями? Поставьте плюсик. Может, кто-то работает, поставьте единичку, если тут сетевик здесь. Чтоб я понимал. Настя сталкивалась, Алексей сталкивался. Остальные не сталкивались. Значит, плохо сетевики работают в вашем городе. Сетевая компания очень интересная штука, но не все так красиво, как есть, на самом деле, как-то они рассказывают, потому что когда доходишь до высоких уровней, то там всплывают некоторые подводные камни, которых никто не говорит. Ну да ладно. И, соответственно, после 2 лет занятия сетевым бизнесом я ушел из этого, потому что он не реализовал 2 года и там зарабатывать, ну, $500 в месяц. Да, для студента это крутые деньги, но это не те, на что я хотел. Не то, чего я хотел добиться. И мне пришлось уйти снова на работу. И в 19 лет я устроился директором филиала по продаже 3G оборудования. Ну, модемы беспроводные. Мы из Китая их возили. И вот в какой-то момент, гуляя по городу, я увидел идейку. В 90-х годах, ну, кто же, в 95-й год, кто помнит, были очень популярны кубы с сегами, с дэндями. Кто помнит, ставьте единичку. Вот за стол такие. Да. Вот. И я увидел случайно на той улице, на которой, представляете, вот даже так, насколько, вот я перед этим, конечно, потратил порядка $2000, вот в свои 19 лет я потратил на образование свое, я ездил по разным семинарам, чтобы учиться. Но на той улице, на которой я жил очень много лет, я увидел табличку, которая там черная сколько лет висит. Вот такого PlayStation, ну там написано Sony PlayStation было. Вот такой надпись.
И мне стреляет в голову информация, а почему сейчас такого нет? То есть я понимаю, почему они умерли, потому что там в 2000 году появились компьютеры полноценно, и они вытеснили их с рынка. Потому что компьютер был интереснее, более продуктивнее, еще и графика интереснее. Это вот это, то, что я говорю, это было в 2009 году моя идея. И я думаю, почему сейчас нет? В 2009 году Sony PlayStation 3, Xbox были безумно, ну, они были круче, чем компьютер. Да и сейчас они круче, чем компьютер. Плюс много игрушек, которые нет и так далее. И к тому же они были безумно дорогими. Для среднего человека потратить, сколько это там, 80 долларов за одну игру напряжно. Вот для кого 85 долларов отдать за компьютерную игру, это идиотизм. Поставьте плюсик. Вот. И я это понимал, что люди, те даже игромены, кто хотят, многие не могут себе позволить такую роскошь. Да. Даже 3 доллара. Вот. Соответственно, я подумал, что это интересно. Плюс я студент, я рос на компьютерных играх, и я очень любил это дело в то время. И я очень загорелся. Очень важную штуку, которую я учу, что суть не в бизнесе, который вы будете создавать в будущем. Очень важно, чтобы вам он нравился. Вы должны этим гореть безумно, вы должны любить это дело, вы должны быть специалистом в этом деле. Я был специалистом в компьютерных играх таким, что спросите меня, что и как, я рассказал бы, где и как это проходило даже. По памяти, хотя играл это черт на сколько лет назад. Я поэтому эту тему запускал. Я пришел в офис, в свой кабинет директорский, и сразу начал писать бизнес-план. Залез в интернет, в то время это еще не было никакого, практически не было никакой информации, еле-еле отрыл кучу источников, кучу огромных книг, перечитал, ознакомился и начал его катать. Это бизнес-план, основные моменты, что нужно делать. Что интересно, вот это, наверное, одно из важных причин, что вам нужно запомнить, если душевая идея, сразу действуйте. Не надо откладывать на потом. Вот, наверное, потому, почему я и запустил тот бизнес, потому что в тот же день я уже написал бизнес-план. Да, он мне потом переделался 15 раз, потом, ну, чтобы вы не понимали, я в тот день написал бизнес-план, который, наверное, по инвестициям мне требовалось 1015 долларов. Потом, чтобы мой клуб запустился с размером в 33 тысячи долларов. То есть я в 2 раза ошибся. Ну, это вполне нормально. Вот. Поэтому сразу просто начинайте действовать. Это очень важный момент. Я начал писать все, что нужно, что не нужно, и начал искать инвестора, естественно. Кто не знает, как найти инвестора? Есть такие. Отлично. Чтобы вы понимали, у меня там, по-моему, порядка 300 долларов зарплата на той работе в лучшем месяце. То есть особо никаких денег нет, а нужно 33 тысячи долларов найти инвестора. А вот один классную фишку, которую я бы вам посоветовал и запомните ее навсегда. Вот что я поступил, я считаю, что в этот момент я выиграл. Я не написал абстрактный бизнес-план. Я написал абсолютно реальный бизнес-план по расходам. И мне хоть и все говорили, да, 19-летнему парню, там, что не найдешь, никто тебе денег не даст, у тебя нет опыта бизнеса, ты ничего в жизни не понимаешь, вообще твоя идея говно, извините за выражение и тому подобное, никто играть не будет. У меня хватало силы воли с этим сопротивляться. Я сделал одну штуку. Я начал реализовывать бизнес-план еще до того, как искал. То есть искал инвесторов параллельно. То есть что это значит? Я уже искал поставщиков, где оптимально найти дешевую цену на то оборудование, которое мне нужно. Уже искал людей, кто будет делать мне ремонт. Уже ходил, искал помещение. И к тому моменту, когда я нашел инвестора, у меня все было договорено. Мне осталось только махнуть рукой. Поэтому момент, после того, как я между получением деньгами, между даже написанием бизнес-плана, написал я его в июле 2009, вот мне только стукнуло 20-ка, 20 лет. В октябре, 10 октября, мы официально открылись. То есть мне 3 месяца с нуля. А, подождите, я его не в июле написал, я в августе его написал.
середина августа, август, да, сентябрь на ремонт, и в октябре уже открылся. То есть полмесяца я искал инвестора. Ну ладно, сейчас дойдем до этого. То есть я уже делал все возможные действия. Я уже поискал помещение, ну, договаривался, мне все было договорено. Вот. Поставите пятерки, если вы поняли, что я имею в виду, когда я говорю, что нужно сделать заранее. Отлично. Почему преимущество? Не говоря уже о том, что вы, махнув рукой, попадете, ну, сразу запуститесь очень быстро. В том, что вы реально столкнетесь с реальными ценами. По какой цене вы сможете достать, сколько будет стоить помещение. То есть у вас уже бизнес-план будет в расходах, но очень близко, все равно будет куча непредвиденных, но он будет очень близко с реальными цифрами, что очень вам поможет в будущем. Вот. Я вообще искал инвесторов очень весело. Есть у американцев такое выражение, американцы у нас любители бизнесов, три буквы F. Fool, friend и family. Да, семья, дураки и друзья. Это три обычных источника инвестиций. Семьи я из не богатой семьи, плюс у меня отца уже к тому моменту не было. То есть одна мама настроила детей в семье. Поэтому семья отпадала. Друзья, я спрашивал всех друзей, нет ли ни у кого среди друзей. Друзей, кто богат, кто может заинтересоваться вложением средств. И мне давали координаты, я звонил, общался с людьми, встречался. Очень много иностранцев я общался. Слава богу, я свободно говорю на английском. Я с некоторыми иностранцами через друзей познакомился. Я живу в Одессе, город у нас курортный. Иностранцев много. Поэтому с многими я подходил прямо на улице, садился, подсаживался и разговаривать начинал. Там, можно познакомиться, вот есть такая идея, не рассматривайте. Конечно, много отказывались. Но из-за того, что я искал, из-за того, что я уже работал, оно само по себе свалилось с неба. Инвестора я вообще нашел, чтобы, как вы не поверите, человек, которого я собирался арендовать помещение. Я когда ему рассказал, что я собираюсь здесь делать, найдя то помещение, которое мне подходит, он мне сказал: ух ты, классно, мне нравится. Давай так, если ты арендуешь у меня, я дам тебе денег. Вот это реальная история, вот так было. Я его не знал, я первый раз с ним увиделся, но мои глаза, моя вера в свое дело, то, как я горел, позволили ему поверить в меня. И в дальнейшем я уже сталкивался с такими вещами. Вот многие из вас думают реально, что важна идея бизнеса. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто думает, что важна идея, чем заниматься для инвестора. Вот. Как оказалось, да, есть плюсики. Как оказалось, когда я уже общался с многими и сам уже являюсь инвестором, нам все равно какая идея. Реально плевать. Важен человек, команда. Желательно, человек с опытом представляет уже и так далее. Есть просто определенный ряд идей, которые мы откажемся по-любому, да, допустим, я не имею дела никогда с нелегальными, негативными, портящими здоровью, экологию вещами. Никаких алкогольных, спиртных напитков, сигарет, это все в топку. Китайские подделки, китайские фоны, нет, такого нет. А во всем остальном, понравится ли человек, нет. Поверили, ведь по большому счету, вот если вы будете проходить у меня курсы двухмесячные, по большому счету, любую бизнес-идею можно раскрутить до больших денег, чем бы вы ни занимались. Есть определенные техники, технологии, как это все делается. Поэтому суть идеи, естественно, если ваш такой товар такой какашка, что он нафиг никому не нужен, то естественно. Но если товар по определению нормальный, качественный, и на него есть спрос, неважно, чем вы будете заниматься. Поэтому, когда я нашел инвестора, у меня пошел такой процесс такой. Запуск. И начал вот это все работать, назовем так. Есть еще очень много классных фишек, таких, допустим, что вам мог посоветовать, если вы будете запускать бизнес с инвестициями. Но вот бизнес-план нужен для людей, которые для бизнеса, для старта бизнеса требуются большие деньги. Для маленьких денег вообще не нужен бизнес-план. Да и по большому счету я говорю, что вашему инвестору, сколько раз предлагал инвестору бизнес-план, никто их не смотрит. То есть это не банк и не там это, как они называются, компании. Ой, вылезло слово. Неважно. То все остальные частные инвесторы на бизнес-план не смотрят. Потому что они знают, что ты все равно там можешь написать все, что хочешь.
И они же не будут сейчас ходить проверять. Так. И вот когда прошел месяц с момента получения денег, я открыл свое заведение. Это фотографии моего первого заведения. У меня было 9 разных комнат. Все в индивидуальном дизайне. Короче, ну был круто, он реально был круто. Он сразу произвел фурор на рынке, хотя вот такой нюанс, с которых я столкнулся. Моя идея была крутая, но сложно доносимая до людей. Потому что, когда я вам говорю PlayStation Club, все представляют себе закуренное место, ну вообще компьютерный клуб, да, закуренное место, куча студентов, кто-то полупьяный, все сидят в общих залах и так далее. А я делал такой дорогого варианта, и, соответственно, на мой товар не было спроса, потому что не знали о существовании такого товара. Вот очень многие из вас выбирают идею, о которой она классная. Она реально классная. Круто, это здорово бы сделать. Вот как в свое время было, сейчас пошло в моде, кто знает такой автозагар, когда тебе с баллончиком пшикают. Поставьте 9. Вот кто знает, что это такое, зарисуй баллончиком. Вот. А раньше, год назад или 2 года, когда это запускалось, никто об этом не знал. Соответственно, все привыкли к солярию, к этим краковым ожогам кожи, и только об этом знают. Соответственно, хоть и товар классный, его никто не ищет, а его существование никто не знает. Соответственно, вы тратите уйму усилий и энергии на донести клиента. Намного легче работать с бизнесом, когда вас уже ищут, а вы только реагируете. Поэтому думайте, когда вы будете создавать бизнес, вот на эту тему. Есть ли спрос на ваш товар? Не почему он такой классный, а есть ли спрос уже сейчас? Это вам существенно облегчит, потому что иначе вам будет не только уйма энергии. Вы должны будете быть безумно сильным характером, чтобы выстоять в такую гонку. Потому что я 2 года этим занимался, и это было тяжело. Хоть и довел до оборота в то время для меня. 8 тысяч долларов в месяц были сумасшедшими деньгами. И все равно это было круто, и мы закрыли всех конкурентов. Мы стали самыми сильными на рынке. Но все равно. И вот из-за этого я попал в такую в яму. Бабумс. То есть, как бы хорошо не было, все равно я упал. Я упал больно. На меня жаловались соседи из-за того, что мы шумим. Хотя мы не шумели вообще. И жаловались на соседей одна больная соседка, на которую ненавидели все вокруг, кто только мог. Но по нашему дурному законодательству, если есть жалоба, в любом случае ее должны рассматривать. И так вот постепенно они приезжали, смотрели, что все равно все хорошо, что претензий нет, но это накапливается, и когда все отписываются, что все хорошо, у вышестоящих органов возникают вопросы, может, я получу взятки, и шли уже прокуратура и так далее. И, короче, мне сказали, что меня закроют, если это не прекратится. И мне пришлось переезжать. Есть такое выражение, что лучше 2 пожара в бизнесе, чем 1 переезд. Не говоря уже про финансовую часть, что переезд достаточно, с учетом того, что я делал ремонт в помещении. Это сложно. Теряешь же почти всех клиентов, кроме самых, которые тебя любят больше всего. Я очень сильно попал на деньги, но когда разобрался с собой, разобрался с всем этим, мне это было 2 переезда, там была еще 2-я. Я в конечном счете переехал на Дерибасовскую, это самая центральная улица Одессы. И открыл еще один клуб в другой части города, еще больше. Если тот был 90 квадратов, то этот был 220 квадратных метров. Вот. Потом я эти клубы продал за 125 тысяч долларов. И в общем все хорошо. Вот так он выглядит у меня. Видите, вот эта VIP-комната самая верхняя. Огромный экран, 4 метра диагональ. Диваны, пуфики. Ну, короче, там круто. Всем видно картинки, надеюсь. Куча комнат. По-моему, во 2-м клубе я их сделал. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 комнат. 12 комнат. Ставьте плюсик вообще. Я с кем-то разговариваю? Здесь кто-то есть?
Хорошо. Вот я надеюсь, что я ответил на вопрос, кто я, вот, с учетом этой темы, и что у меня есть компетенция рассказывать вам, как писать бизнес-план. Никого нет, ну, такого. Может быть, я не убедил кого-то, что я это делал. Стали пятерочки, кто готов меня слушать, как писать бизнес-план. После первого переезда заложили расходы на будущее. Вообще отдельная штука вот с элементами фиксировать расходов. Это классная штука. Потом, если научитесь откладывать с дохода там 10% с дохода предприятия на непредвиденные расходы, у меня был сейфик, да. Но все равно один переезд мне в среднем обходился в десятку зелени. Такие суммы не так быстро накапливаются. То есть ее нельзя так просто раз отложить. Соответственно, это все равно мой переезд был, чтобы вы понимали, второй. Он стрельнул мне сразу же, если я переехал 27 декабря я закрылся, начал переезжать, 1 февраля я открылся, то есть месяц мне занялся ремонт. И второй переезд мне был уже, по-моему, в апреле. То есть очень быстро я там поссорился с хозяевами, точнее они со мной решили не общаться. Не знаю, то есть такое ощущение, что им нужно было резко помещение, потому что там были реально крутые условия, там была стоимость аренды, я обычно платил две штуки, да, ремонт делать научился быстро точно. Две штуки, то там была штука зелени. То есть, представляете, что такое на $1000 меньше расходов в месяц? Это личные $1000 мне в карман. Многие здесь столько не зарабатывают, а у меня только расходы сократились на такую сумму. Ну, вообще круто, круто было там помещение, и место хорошее было, оперный театр. Ну ладно. Поговорим о написании бизнес-плана. Да, мое счастье. Как написать бизнес-план? Берите листики, ручки и ставим плюсики, когда вы подготовитесь. Раскроем последовательность действий по написанию бизнес-плана. Первый шаг. Что вы делаете? Определяйте, для чего вам вы пишете бизнес-план. Их два варианта целей ваши. Цель номер один. Вы пишете его для себя, для того, чтобы просчитать и понять, что вам нужно. И вариант второй. Просчет для инвесторов. Ну, будете ли этот бизнес-план показывать кому-то? Они разные. Есть вещи, которые вам не нужны. Хотя, вот, если брать по максимуму, то все равно это все полезно даже для себя сделать. Но упаковка его все равно будет разная. Если он для себя или для инвестора. С чего начинаете? Первый шаг, вы считаете начальные расходы. Первоначальный капитал вложений, я так их называл. И потихонечку заполняйте. Это реальные цифры, то, что я вам показываю, это отрывки из моего первого, самого-самого первого бизнес-плана. Он был не очень красивенький, но он зато не видно. А что не видно? Как не видно? Всем не видно или кому-то видно? Мелко. Там, по-моему, у вас должна быть возможность увеличивать картинку. Масштаб там есть такая штука, если надо посмотреть. Ну, сейчас вопрос не в цифрах. Там, что написано, там, в общем-то, не имеет значения. То есть вы... Да. Вы пишете, какая единица, статья расходов, ее стоимость, количество, которое вам нужно, и сумма, на которую вам нужно, ну, в сумме получается. Да? То есть вы начинаете считать. Это еще не полная цифра, даже, видите, не до конца бизнес-план, потому что здесь 26 418, а это $28 000. Соответственно, еще пятерки здесь не хватает. Ну, не ладно. Суть не в этом. То есть первое, что вы делаете, вы считаете и видите у меня какие цены. Заметьте, что они не круглые, потому что они реальные. То есть вас интересует купить, вот как у меня, Xbox. Звоните поставщикам, интересуетесь, за сколько вы можете купить, если куплю 7 штук, сколько мне будет скидки, и получаете реально договорную цену. И у вас реальная стоимость. И вот так вот проделайте по всем. Всегда оставляйте намного больше, потому что вы не учтете все.
Постоянно будете дополнять. Эта штука у меня менялась настолько очень классно, если вы вот представите себе, как вы заходите в свое помещение, и все, что вы видите визуально, вспомните, потому что так вы, если будете здесь понимать, что там должно быть, трудно угадать. Потому что вот в моем бизнесе тогда не было конкурентов. То есть я открывался чуть ли не самый первый в такой сфере. И, соответственно, мне негде было пойти посмотреть, как это выглядит. Если у вас есть возможность посмотреть, сходите, оцените конкурентов, как они сделаны, посмотрите всех конкурентов, которые есть, побудьте их клиентами. Вот у меня было одно такое заведение, жутко дорогое, там час игры стоил 20 баксов. Но я все равно то пришел, заплатил, чтобы понимать, как они работают. Вот здесь то же самое. Вы выписываете все эти штуки, вот анализируете, вот вы представьте, вы закрываете глаза, заходите, так, я открываю дверь, так, звонок нужен или не нужен звонок? Звонок, наверное, нужен, если я буду работать круглосуточно. Там, табличка, вывеска есть, хорошо, идем дальше. Двойной прием, ковер на полу есть? Нет, нужен ковер. Какой дизайн, какие обои? Так, ресепшн, девочка, совершенно ресепшн нужно быть, компьютер, стул, стол, мышка, и вот так вот, визуально все проводите. Здесь вот, не смотрите, что здесь так мало статей, они сгруппированы очень многие. Вот там есть такой отдел, как декорация комнат, как художественное оформление, как ремонт помещения. Вот есть вещи, которые я группировал. То есть они там в бизнес-плане отдельным статьей были. А здесь я писал просто сумму. И забивайте всегда еще, вот я здесь забил, допустим, 10 тысяч гривен. Я добавил на вещи, которые я не угадаю. 10 тысяч гривен на тот период времени, это где-то 1500 долларов. То есть сверх моего бизнес-плана, лучше всего это 10% от суммы, если вы заложите еще к сумме 10% на непредвиденные расходы. А они у вас будут. Поверьте мне, они у вас будут. Так, кто с этим понял, плюсик мне в чат. Отлично. Следующий пункт. Вкратце, нормально говорю, не быстро, четко, может что-то подробнее, информация нормально идет? Хорошо. Дальше, следующий пункт у нас месячные расходы предприятия. В общем, здесь понятно, да? То есть, понимаете простую штуку, вы должны это осознать. Бизнес, кроме того, что капитала вложений разовых, требует еще месячные постоянные расходы, стабильные. Ставим пятерки, кто это понимает сейчас. Вы могли об этом не задумываться, но это есть. Начиная от, вот как у меня написано, аренда помещения, коммунальные платежи, зарплата сотрудникам, покупка новых игр, это там, оплата интернета, сигнализация, хостинг сайта. Вот я журнал заказывал, чтобы быть в курсе всех игровых. Охрана, налоги, еще и непредвиденные закладывал. То есть я еще какие-то вещи не предвидел. После чего здесь в данном случае просто влезло всего на 6 месяцев. Вы суммируете расходы на протяжении вот энного времени. То есть видите, если вот у меня средние расходы в месяц 31 тысяча гривен, ну сумма не важна. То на втором месте мне написано 63, третий месяц 94, четвертый месяц 148. Зачем это нужно? Кто понимает, что бизнес может не окупаться, вы можете не заработать расходную сумму в первый месяц? Поставили единичку. Соответственно, если вы понимаете, что у вас будут, что в несколько месяцев, 2, 3, 4, 5 месяцев могут быть убыточными. Значит, вот эту сумму, которая за 6 месяцев у вас вот так вот накопится, вы должны прибавить к начальному капиталу. Это вы понимаете? Поэтому это надо просчитать. Иначе вы промахнетесь с деньгами. И вы можете прогореть, еще не открывшись. Поэтому вы считаете в деньгах
ваши расходы на ближайшее время. Тут все ясно вроде. Следующее. Месячные доходы предприятия. Пункт. Я надеюсь, я не быстро сказал. Первое. Расписывайте ваш прайс-лист. То есть цены, с которыми вы будете работать. И весь спектр услуг, которые вы будете предоставлять. Распишите их в деньгах. Еще хорошо, хорошо, если вы аргументируете, почему вы столько стоите. По каждому из пунктов. Вы расписываете цены. Следующее, после того, как вы расписали цены, вы делаете просчет дохода. Здесь я скажу на примере того клуба. Я думаю, вы каждый в своем бизнесе можете это понять. Ну, как это делается. Я знал, что я взял одну машину. Да, я говорю, считал, что у меня будет 10 приставок. Наберем за основу одну машину в месяц. Сколько может приносить? То есть я взял ту цену, которая у меня есть, да, 20 гривен в час. Приблизил, что приблизительно сколько они, наверное, может играть. Ну, наверное, часов 10. Да. И умножил одна машина в день 10 часов. Ну, хотя так в жизни не было, помню, на часов, или на 5 я умножал, не помню. На те приблизительные расходы, доходы, которые вы считали. Умножаете и считаете, что одна машина приносит столько-то денег. Да, две машины – столько-то. Три машины – столько-то. Ну да, в этом вот даже видно, что расписано Xbox. Это отдельные приставки были. VIP-ком это, она самая дорогая, соответственно, она приносила бы 24 тысячи в месяц. Ох, если бы, конечно, у меня были такие доходы, как я показывал, то круто было бы. Вот такое еще одно золотое правило, которое скажет вам любой инвестор и еще любой опытный предприниматель. Всю сумму, которую вы считаете, будете зарабатывать, вот вы посчитаете, вот даже тут я посчитал, какие классные цифры. Делите пополам, а потом еще отнимайте 10%. И может быть вы угадаете. Потому что мы люди имеем свойство даже сами себя чуть обманывать. Наши ожидания выше, чем реальность на самом деле. Я с этим столкнулся существенно. Если бы я зарабатывал, оборот был бы... Это в гривнах мне написано, да? 55... А, вот, да, тут 153 тысячи, да? Посмотрите, за 2 года работы я максимальный оборот, который смог добиться в месяц, составлял 64 тысячи. То есть, даже почти в 3 раза промахнулся. Но это уже с опытом и знает. Сейчас бы я увеличил бы больше денег, если бы я сейчас бы занимался клубами. Это было давно, поумнее немножко. Вот. Но по факту, даже так вот. Поставили мне 5-ки, кто понял это золотое правило предпринимательской деятельности. Отлично. Поэтому не стройте иллюзий. Посчитайте, как посчитаете, как бы вы сильно не сокращали свои идеи. И потом делите пополам и отнимайте еще 10%. Поэтому, ну, суть от этого не остается. То есть вы просчитываете возможные доходы предприятия. Да, так как у меня было круглосуточное заведение, тут просчитано и день, и ночь. Итого. Переходим дальше. Вы считаете, вот это очень важно, тоже интересную штуку, которую я сам придумал, когда нигде не было написано. Считайте 3 варианта ваших доходов. Минимально. Вот, ставьте сказать, ваше заведение будет, или ваш магазин, или ваш кинотеатр будет работать очень-очень плохо. Но сколько по минимуму вы, скорее всего, сможете зарабатывать. Ну сколько, ну 100%, вот умрете, но это такая сумма будет. То есть минимальный ваш доход. Вот у меня сумма написана 1 в гривнах, 2 в долларах. Думаю, ну $600 я точно сделаю.
Что такое 600 долларов? Да. То есть это там одна приставка каждый день, ну, хотя бы несколько часов занята. Посчитывайте. Итого, скорее всего, второй пункт. То есть, скорее всего, мой оборот будет вот такой. Видите, кстати, он ближе всего был к истине. Скорее всего. Итого максимум, а максимум вы считаете это с учетом того оборудования, которое вы закупили, с учетом времени, диапазона, какую максимальную сумму вы можете заработать. Для чего это нужно? Чтобы вы понимали сумму, которую вы не перепрыгнете с такими инвестициями, с таким состоянием дел. Чтобы вы не строили люди, что вы станете миллионером. Просчитывайте максимальную сумму, которая, если у вас все забито, 24 часа в сутки, вообще без перебоя, на какое количество вы можете вытянуть. Если у вас магазин, какое количество товаров вы реально можете продавать в день, с учетом текущих сотрудников. Вот ваши максимальные возможности. Поставили тройки, кто это понял. Так, отлично. Отлично. Информация полезная? Потому что я никогда не разговаривал о бизнес-планах. Я сейчас говорю не всякую теорию, я вообще не знаю. Я не учился на экономическом университете, и еще и не полное высшее образование. Поэтому я говорю то, как я это делал, как у меня это получилось. Без всякой вот этой вот фурги, которую учат. Следующий пункт. Точно так же, как мы делали с месячными расходами, просчитываем месячные доходы с учетом того, что они растут. Вот в данном случае у меня, ну, на этой страничке я обрезу до 8 месяцев, потому что больше не лазит. У меня будет, допустим, за первый месяц, у меня наиграют один человек на 4800 гривен, из бокса наиграют на 2700 приблизительно, и вип-комната еще чуть поиграет, это будет 350 гривен, на этом, да, за два, в первый месяц. Итого, свои штуку долларов, вот 7850, это почти 1000 долларов, я, наверное, сделаю в первый месяц. А хотя мой доход в первый месяц, я помню, сейчас я вам скажу точно, у меня же это все данные есть, в 2009 году, по-моему, за первый месяц я сделал где-то 31 тысячу гривен, это 8 на 8 на 24, на 3000 долларов. Ну вот, я считал вот так. Первый месяц вот такая сумма, на второй месяц вот такая сумма, 23, на третий месяц 37, на четвертый месяц 49. Конечно, я супер-пупер классный, у меня все так конкретно росло, в жизни немножко не так получается. Вот, но я, по крайней мере, так считал. Я рассказываю, как я считал. И вы точно так же суммируете. А нижняя сумма, если вы обратите, это не... Вот тут я немножко не посуммировал, а месячные доходы. Здесь просто указаны доходы в месяц. Сколько вы зарабатываете. То есть, вот на восьмой месяц я рассчитывал, что буду зарабатывать 97. Что, конечно, круто. 11 тысяч долларов. Так. То есть суммируйте, то есть прогнозируйте, как считать. В реальности как считать. Вообще самый простой способ это проанализировать конкурента. Пойти постоять возле магазина конкурента, если вы в этом бизнесе вообще не специалист, или поработать у него. Взять его, сколько он работает, да, и понимать, что вот он такой-то классный, работает уже 2 года, его доход вот такой-то. То есть как минимум вы будете обладать какими-то цифрами. У меня таких цифр не было вообще, поэтому я их брал с головы. То есть никакой у меня в данном случае в тот момент не было прогнозов. То есть я просто считал, что, наверное, вот так вот на 1.5% там, на 50% прибавлять нормально. Потому что я думал, что будет бешеный спрос. А вообще берете реальные цифры конкурентов и адекватный рост. Адекватный рост это не доход, это оборот. Вот то, что я пишу. Это оборот пока. То есть какие деньги я должен был бы приносить. То есть я тогда посчитали мы, сколько каждый джойстик, ну, каждая, в данном случае, приставка могла приносить. И теперь мы их просто просуммировали по месяцам. Нормальный прирост, с учетом того, что вы не предприниматель и не знаете, даже классный прирост, если вы будете делать 10% в месяц. 10% в месяц это круто.
Сейчас я умею делать 30% в месяц, но вы, скорее всего, где-то столкнетесь с 10% в месяц. То есть, если видите, что вот, да, у меня 23 было, то 10% я должен был, ну, 25 расти, а у меня 37. Ну, конечно. Боже, смотрю сейчас на этот бизнес-план. Я его не перечитывал сейчас, я его просто быстренько, моя секретарша его накидала, я даже его не смотрел. Сейчас смотрю по цифрам и смеюсь просто от того, как я это делал несколько лет назад, буквально. Ну, как несколько лет, 4 года назад было. Дальше. Вот это самая классная штука. Последняя часть бизнес-плана, основная, расчет точки безубыточности, боже что мой. В английском это называется, сейчас вспомню, по-моему, breakover point, как-то так. Точка невозврата. И инкрементация. Incremental. Вот это две очень важные штуки. Это две штуки, которые дадут вам четкое представление о вашем бизнесе, насколько прибыльно он, не прибыльный. Что это значит? Здесь вот обрезано, потому что опять-таки не влазило, да, на протяжении 9 месяцев. Вот эти, посмотрите внимательно. Здесь вот мои ежемесячные расходы. Итого в месяц. Видно, да? И они точно так же суммируются. Вот, итого 226 тысяч первый месяц. И оно суммируется каждый раз. Так, я вижу, что, скорее всего, не смогу вам правильно объяснить, но давайте попробуем. Первый пункт, который мы видим. Мышку вам не видно, поэтому вот эта проблема, я бы показал бы. Смотрим тогда на табличку. Налоги, амортизация, первоначальные затраты. Вот, первоначальные затраты. Все видят надпись? Ставим единичку. Отлично. Вот это, если вы обратите внимание, то на протяжении всех 9 месяцев эта сумма не меняется. Да. Ошибка в последнем 9 месяце, но сейчас не важно. Это вот мои месячные расходы. А, нет, угу, я вспомнил. Это та сумма, которую я вложил в бизнес. Вот. Это сумма вложенных средств. Да, теперь будет правильно, все, я понял. Это сумма вложенных средств. Жирненьким, видите, 254. Это сумма вложенных средств плюс месячные расходы за первый месяц. Понятно? Так, Миша, понятно, отлично. Хорошо. Во втором месяце сумма месячных первоначальных доходов не изменилась, потому что мы ее не тратили больше никогда. Но это вторая итогово растет, потому что к вот этим 254 тысячам прибавилось еще второго месяца расходы. И получилась сумма больше. Вот та, что мы насчитывали, суммировали, что они каждый месяц растут, не расходы растут, а суммируются. То есть мы видим, что ко второму месяцу, условно, я потратил уже 281 тысячу. На третий месяц я потратил 309 тысяч. На восьмой месяц я потратил уже 447 тысяч. Поставили девятки, кто понял, что просчитано. И восьмерки, кто не понял, чтобы еще раз объяснить. Отлично, все понимают. Дальше. Total, в данном случае у меня, это мои месячные доходы. Вот если взять те самые суммы, вот вы видите, 7850, 23800, это вот месячные доходы растущие. 23, 37 и так далее. Здесь просто не до конца, здесь 97 тысяч. Ну вот, до 97 тысяч идет. Больше 97 тысяч я не рассчитывал зарабатывать. Оно считается. Да, то есть я считаю свои месячные доходы. Инкрементация – это я суммирую свои месячные доходы. Сколько я в общей сумме заработал за 2, 3, 4, 5 месяцев. То есть какой мой личный оборот в
прошел через мой клуб. Понятно? Ставим плюс. Отлично. Отлично. Итого, функция баланса. Мы отнимаем итого от тотала. Отнимаем, отнимаем, отнимаем. И мы видим, что эта сумма постоянно сокращается. Да, вот если за первого месяца и второго она все равно продолжала расти, потому что за первый месяц я не купил даже расходную часть, ну, согласно бизнес-плану, то в третий месяц она уже падать начала, потому что я начал заработал, то есть я потратил 309, уже 58 через меня прошло, 309 минус 58 получилось 240. И вот так вот считаем, считаем, считаем и дошли, что точку безубыточности, то есть точку вот это, не безубыточности, точка безубыточности это был второй месяц. Это когда мы достигаем, когда мы окупаемость достигли. А вот этот break power point, как-то так он называется, все время забываю, но не суть. Это когда мы вернули все деньги вложенные. Вот точку, когда мы достигли точку возврата всех инвестиций. То есть согласно моему плану, за 8 месяцев я должен был, вот на 8 месяц я выхожу в прибыль. То есть я заработал больше, чем потратил за все время. Если мы видим, что итого я потратил за все время 447 тысяч гривен, это в рублях 1,5 миллиона, да? Да. А это потратил, заработал 461, то есть 14 тысяч оставалось прибыли. Вот эта цифра даст вам понимание, сколько вам нужно держать, да? Поэтому, так как я говорю, с цифрами мы ошиблись, конечно, это шло дольше, полтора года я купал, но как минимум вы у вас будет представление и у инвестора будет представление, когда через сколько он отобьет свои инвестиции. Есть вопросы по первой части презентации? Нет. Когда нет вопросов, у меня есть две теории. Или вы ничего не поняли, или я рассказал настолько хорошо, что вопросов больше нет. Отлично. Вторая часть. Как упаковать бизнес-план для инвестора? Дальше. Эта часть для вас нужна менее части, чем для него. Первое, что вы делаете, это описываете бизнес-идею. Это все делается в Word. Красивенько. То есть вы описываете суть вашего бизнеса. Чем занимаетесь, что вы делаете, какая его... Вот, ну, описание бизнес-идеи. Это понятно? Сейчас я открою свой бизнес-план, мне даже интересно. Да, у меня где-то в архивных документах есть архивные документы. Нужен клуб. Документы. О, бизнес-план. Так. Хорошо. Следующая страница. Описание бизнес-идеи. Вот я же продиктую мое описание бизнес-идеи, чтобы вы поняли. Создание на рынке сети игровых клубов, дабы реализовывать потребность молодежи в игровых приставках. На текущий момент стоимость одной приставки составляет $500. Для всей семьи это полтора месячной зарплаты, плюс покупка новых игр $50-100. А сильная реклама, отзывы проявили сильную потребность школьников и студентов, а также некоторые категории взрослых в развлечении на приставках. Что я там плохо сформулировал, но приблизительно по моим расчетам, что есть бешеная потребность. Это было описание бизнес-идеи. Следующее, мы описываем продукт. То есть, что мы будем предлагать людям. Какой товар или услугу мы будем предлагать. Читаю свою. Игровой клуб на приставках, PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii. Также дополнительная гарнитура к приставкам, проведение соревнований, продажа фирменных футболок и бейсболок, дисков, демонстрация фильмов.
То есть это был продукт, то есть те виды услуг, которые я предлагал людям. Дальше. Цели на год. Вы пишете, вот это очень нужно знать инвестору, какие ваши цели на год, на 3 года. Целевая аудитория пока не надо. Пишите цели на год и на 3. То есть в ближайшие 1, 2, 3 года, чем вы заниматься? Как вы собираетесь развиваться? Куда вы собираетесь двигаться? Без целей вообще, как и в жизни, так и в бизнесе, вы никуда двигаться не будете. Поэтому цели надо знать и к ним стремиться. Есть? У нас сегодня вебинар будет короткий. Хотя уже час идет. Ничего себе. Отлично. Следующий пункт. Описывайте целевую аудиторию. А напишите, пожалуйста, поставьте единичку, у кого есть свой бизнес, а двоечку, у кого нет еще бизнеса. Вот из присутствующих, чтобы я знал. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-5. У Михаила есть. А у Алексея и не до бизнеса еще, или близко. Михаил, а чем вы занимаетесь? Оконный проветриватель. Хорошо. Вот давайте маленький эксперимент, Михаил. Вы можете мне конкретно описать вашу целевую аудиторию? Кто ваш ЦА? Ответ «все», он всем нужен, не принимается. Так не бывает. Каждый имеющий окно и желающий иметь постоянный приток свежего воздуха. Абсолютно ерунда, Михаил, без обид. Но по такой схеме вы не привлечете ни одного клиента. Анастасия Батьковна, для чего нам нужно знать четко целевую аудиторию? Сейчас расскажу, как нужно описать целевую аудиторию, Михаил. Клиент, живущий на первых этажах, где высокая влажность. Нет, но это близко, но это еще не описание целевой аудитории. По таким критериям не ваш клиент, чтобы продать. Абсолютно верно. Целевая аудитория, если вы четко описываете, конкретно описываете своего клиента, вы тогда можете реально под него плачут окна и цветуют откосы. Это тоже не писать. Это какие проблемы у них? Вы тогда можете составить предложение под этого человека. Но это вообще отдельная тема. Но я вам расскажу сейчас целевую аудиторию. Что такое описать целевую аудиторию для моего клуба? Там сейчас я уверен, что это написано неправильно у меня. Но я вам сейчас скажу, что такое описать целевую аудиторию. Целевой аватар, ну, мы их называем еще аватарами. То есть аватаром почему называем? То есть мы становимся на место клиента. У меня было два вида клиентов основных. Я сейчас вам опишу, что такое четко понимать, кто ваш клиент. Клиент номер один. Школьник 10-11 класс и 1-2 курс университета. Достаточно из обеспеченной семьи. Одевается неплохо, любит развлекаться. Тусуется чаще всего с друзьями где-то по ночным клубам. Курят, возможно, выпивают. Некоторые, возможно, даже перебарщивают. С деньгами проблем особо нет. Любит выпендриваться. Некоторые уже имеют машину, но в основном ездят на такси. Ищут место, где могут хорошо отдыхать. Не женат, но есть девчонки. Или чаще всего клиент парень. Возраст, значит, приблизительно 15, 16-18
19 лет. Вот это описано целевой аудитории. И я еще не закончил. Стиль одежды, интересы, как проводит время. Вот это описание целевой аудитории. Тогда вы можете представить, как с ним работать. Целевая аудитория номер два моего клиента. Люди, владеющие бизнесом или высокотоп-менеджер. Люди, зарабатывающие уже очень неплохо. Постоянно проводят время в дорогих заведениях. Жен пока нет, но есть серьезные отношения. Детей тоже нет. Ездят на машине не меньше Lexus, Mercedes и Bentley. Ищут место, где им будет комфортно согласно их статусу и отношения, которые к ним могут получить. Хочет индивидуального подхода, периодически уезжают и отдыхают, могут оставлять на чай и тратить лишние суммы денег, если довольно обслужены. Нет такого у меня. Все хотят играть. Вот я первую ошибку, которую сделал в бизнесе, я подумал, что все мои клиенты. И, соответственно, всем угодить нельзя. Я получил бешеный отток клиентов, потому что никому конкретно там комфортно не было. Но после того, как я определил, кто я хочу, чтобы ко мне ходил, я смог создать условия под этого человека. И именно эти люди стали ко мне приходить. Потому что я четко описал, кто мой клиент. Михаил, теперь понятно, что такое описание клиента? Да, в данном случае у вас это было бы там вариант клиентов, имеющие окна, но из-за повышенной сырости у них там откладывается, да, денег у них не так много, поэтому они думают, что эту проблему решить можно, наверное, переездом. О существовании моих услуг они не знают. Или слышали, но думают, что это жутко дорого. Все время откладывают на потом решение этой проблемы, пока проблема не достигает пиковой, что надо уже решать. Вот это как минимум уже хоть что-то. То есть вы должны понимать себе в голове, если такой человек, после того, как вы его описали, реально может существовать, то вы попали. В нем не должно быть противоречий. Да? Человек не может зарабатывать кучу денег, но не может поставить себе окно. Так не бывает. Да? То же самое. Человек должен реально существовать. Очень классно, когда у вас есть клиент, тогда вы можете его описать. Так, с целевой аудиторией чуть-чуть разобрались. Это отдельно чуть-чуть, мы это проходим. Насте я об этом уже говорил куча-куча раз, и до сих пор они не умеют еще толком описывать целевую аудиторию. Следующее, описание предприятия. Как будет выглядеть ваш бизнес? Начиная от дизайна, заканчивая, как вы себя будете вести, какая рекламная кампания, как вот, все. Уже представили, как это предприятие выглядит, как будто вы уже открылись. Все, что видите, это все должно быть описано. Ваше предприятие, какие сферы услуг, сколько сотрудников работает, вот максимально прописано ваше описание предприятия. Находимся желательно в том-то районе, рекламируемся там-то, там-то. Сейчас посмотрим, что у меня тут было написано. Да, сколько комнат, какое оборудование стоит, какой дизайн и комнат. Следующий пункт. Следующий пункт у нас описание конкурентов с плюсами и минусами. Вы находите всех конкурентов, которые существуют у вас, или если их безумно много, то топ-10 самых сильных. Самый сильный конкурент определяется не вашим мнением, а их оборотами. Вот кто, по-вашему, больше всех зарабатывает и почему, вот их вы описываете. Вы находите их плюсы, в чем их сила, и их минусы. Зачем это нужно? Напишите мне. К ним стремиться? Нет, ни в коем случае к ним стремиться не надо. Знать, чем отличаться? Для анализа. А зачем вам анализ? Идти по пути успеха. Какая непонятно к чему это. Чтобы знать, что нужно дать аудитории, чтобы быть востребованнее. Не совсем так.
Описание плюсов и минусов дает в том, что вы сможете извлечь классные и полезные фишки, которые есть у конкурентов, то есть то, что классно работает, и учесть минусы, которые есть. По их пути идти не надо. Идти надо по своему пути. В данном случае повторять их ошибки не надо. И учесть минусы, вот они по-любому, у них есть у каждого минус. И это можно узнать через отзывы, через мнение, посмотреть собственное мнение, составить и реализовать эту потребность. Таких вещей больше быть сотни. Начиная от ценовой политики, заканчивая дизайном, ремонтом, рекламной кампанией, обслуживанием, все что угодно. Вот что нравится и что не нравится у них. И, соответственно, все, что нравится у всех, берете себе тоже. Все, что не нравится, улучшайте и ставите себе еще лучше. Но без этого всего вы как минимум столько не узнаете, не вспомните. Так как вы только открываетесь, они уже могут работать на рынке несколько лет. И уже какую-то шишку набили, соответственно, вы можете понимать, почему так или иначе это работает или то не работает. И так далее. Потом вот вы расписываете ваше преимущество. Это называется отстройка от конкурентов. Что же вы сделаете такое, почему клиент должен выбрать вас? Это следующий пункт, который вы описываете. Я вам подробно их не рассказываю, только потому, что у нас тема не как создать конкурентное преимущество, как выйти из конкурентной борьбы, как увеличить доходы, обороты. У меня тема для бизнеса, это вообще отдельная тема. Я недавно выступал с ней на конференции всеукраинской. Вот. Это вообще отдельное искусство. Сейчас наша тема, чтобы вы понимали, чтобы кто не обижался, мне рассказать, что должно быть в бизнес-плане, а не как создать супер-пупер компанию и зарабатывать миллионы. Я надеюсь, вы это понимаете. Потому что вот на каждом по этому пункту я могу несколько дней разговаривать. Это понятно? Ставим пятерку. Отлично. То есть наша сегодняшняя цель – рассказать, что должно быть в бизнес-плане, для того, чтобы он работал и продавал. Следующее. Очень важный момент, и вы должны не только это прописать и знать. Вот об этом забывают все. Что будет, если проект провалится? Ваши действия. Вот поставьте, пожалуйста, единичку, кто об этом даже никогда не думал в бизнес-плане писать. Практика показывает, что половина, 9 из 10 предприятий закрываются. Я не буду говорить о том, что по какой причине, что никто не умеет, никто этому не учится, все думают, что они такие классные и смогут самостоятельно. Мне чисто повезло, что я это сделал тогда в свое время самостоятельно. Сейчас я уже таких глупостей не совершаю. Я в любой сфере бизнеса, который я открываю, я учусь у других людей, кто это уже делал. Так проще и быстрее, и меньше денег попадаешь. Вы должны просчитать и знать, как вы себя будете вести в случае, если ваш проект провалится. Этот пункт нужен как инвестору, так и вам, собственно. Вы должны знать, как вам поступить в таких ситуациях. Что вы будете делать? Этот план, не знаю, что вам о нем сказать. Но вот я как инвестор, когда вижу такой пункт в бизнес-плане, я знаю, что человек не летает в облаках. Я, когда вкладываем деньги мы в предприятие, мы знаем, что вложив 10 предприятий, приблизительно 2-3 прогорят стабильно. Половина окупят и может чуть-чуть заработать наши исследованные средства. И 1-2 окупят нам с такой лихвой, который перекроет все расходы, которые были. Но мы знаем, что кто-то прогорит. И когда человек пишет такой пункт, мы понимаем, что этот человек как минимум не самоуверен, что все будет классно, все будет супер-пупер, вообще у меня нет вариантов, у меня такая идея, вы вообще ничего не... У меня крутая идея. Вот все ее сижут и ждут, когда я это изобрету. Я когда-то на своем бесплатном по созданию бизнеса говорил эту фишку. Как вы думаете, если вашу идею еще никто не реализовывал, какая вероятность больше, что вы гений или что-то нафиг никому не надо?
Поэтому всегда, кстати, очень сильно задумайтесь всегда. Вот это хорошая вещь. Если до вас вы первые на рынке, да, кто придет эту штуку, всегда спрашивайте вопрос, почему? Вот это очень хороший вопрос по многим вещам. Почему я так делаю? Почему никто не открылся? Неужто все такие глупые в этой стране, что никто до этого не додумался, кроме вас, таких маленьких, гениальных ребят? Или на это нет спроса? Но это все легко проверяется. Если спрос, это вообще несложная работа. Так. Это понятно, ставим 789. А как проверить спрос? Денис, это отдельный разговор, который вы можете прийти на мой бесплатный вебинар, который будет 21 числа по созданию бизнеса с нуля. Кстати, кто планирует прийти? Или кто знает и придет, ставим плюсики. На встречу 21 числа. Кстати, я забыл вас безумно поблагодарить, что вы 14 февраля, в день всех влюбленных, тут тусуетесь со мной. Я сейчас, кстати, после вебинара сразу за супругой, и мы едем на море, посидим на пляже, отдохнем. Так что никто не планирует прийти? Пока неизвестно. Не знаю. Так, сейчас. Я понял. Так, где мне обучающие курсы? Там, кстати, бонус. Все, кто придет, где бонус? Вот ссылка на мероприятие, который будет 21 числа по созданию бизнеса, там на многие вопросы отвечу. Скажите, пожалуйста, а Михаилу я бы порекомендовал, это надо будет отдельно, я этот продукт еще не выпускал. Он неизвестен, то есть его еще этим вопросом не занимался в плане распространения. Но вам нужен курс по развитию бизнеса. Я в ближайшие несколько дней выложу на сайт продукт по как увеличить прибыль предприятия без вложений в рекламу. На 30% сразу. Михаил, хотели бы вы увеличить прибыль предприятия вашего на 30% за несколько дней? Конечно. Это безумно легко делать. Я когда эти штуки внедрял в компанию, я вообще занимаюсь, Михаил, чтобы вы знали, один из моих источников хороших, не хороших доходов назовем, а сфера консалтинга, которой я занимаюсь, это я разбираю вашу компанию, действующие компании, вместе с вами, показываю, где у вас там заторы, эти штуки, внедряем пару крутых фишек, и ваши доходы растут сразу же. Просто нас никто этому не учит, а мы все такие классные, думаем, что самостоятельно этим столкнемся. И поэтому многие бизнесы так и находятся на состоянии среднего развития. Среднего, микроразвития, микробизнес. Если у вас меньше 10 сотрудников, это микробизнес. Вот так. Если больше 10, это уже малый бизнес. А средний бизнес начинается от ООО и так далее. Так, поэтому, Михаил, вам остается следить, наверное. Вы подписаны на рассылку? Отлично. Я в ближайшие несколько дней выложу, по письмам сообщу о том, что я выложу этот продукт. Просто мне не хватает ни времени, ни сил этим заниматься вот так вот. А сотрудникам, вот когда у них дадут свои обязанности до этого сделать, потому что они сейчас мне другими чем занимаются. Поэтому я в ближайшие несколько дней это выложу. Мне недавно такую фишку написали, я очень смеялся. Так вам по секрету. У меня рассылка, которую вы получаете, она автоматизирована. То есть я могу написать письмо и сказать его отправить его там, черт знает когда, через 13 дней. Один раз написать. А мне человек написал в письме ответно: если вы такой успешный и богатый, когда же вы находитесь столько времени писать столько писем?
Представляете? Ой, я смеялся очень. Как люди ищут отговорки, почему они не достигают тех результатов, которые хотят достичь. Бывает, да. Вот. Ну ладно. Суть не в этом. Методы вопрос к вам, ребятам. К Михаилу отдельный вопрос, это на почте получите. А кто из вас хочет открыть свой бизнес или планирует?